фашизма для нас неприемлемы. Мы хотим жить в мирное время, дружить. Вот идут спортивные мероприятия, вот где нужно состязаться. Нужно состязаться в спорте, нужно состязаться в культуре. Смотрите, какие у нас замечательные, талантливые молодые люди. Художники, музыканты, танцоры. Я думаю, что это великолепие современного 21 века тоже пройдет. А вообще хочется вам пожелать всем доброго здоровья. Хочется пожелать, чтобы вы почаще улыбались. Хочется пожелать, чтобы вы поддерживали наших фронтовиков. И самое главное, знайте, что Псков был братским для вас и останется. С праздником, 70-летием освобождения Тарту!